Привет, сейчас я буду делать пакетрейсер 9.2.4.4. Это, наверное, самый простой пакетрейсер в этой главе. Ну, точно не знаю, но мне так кажется. А вообще, во втором сценарии. Открываю. Чтобы его выполнить, нужно открыть ноутбук A, десктоп, веб-браузер. И заходим в настройку нашего роутера. Для этого вводим его IP. Вставляю IP-адрес нашего роутера LA. Go. И здесь нужно ввести username и пароль. Вот они у нас написаны. Admin и Cisco 123. Cisco 123. Окей. Заходим на страницу настройки нашего роутера. Здесь входим во вкладку Application and Gaming. Здесь выбираем HTTP. Ставим галочку и здесь двойка. Все. Пролистываем вниз. Сохраняем настройки. И у нас 100 баллов из 100. Мы выполнили задание полностью. Наверное, меньше минуты это у нас заняло. А на этом все. Пока.